Добрый день, служба доставки «Барбарис», меня зовут, слушаю вас. Доставьте Добрый мне день. Пиццу «Маэстро Розарио», пожалуйста. В каком городе вы находитесь? Харьков. Номер телефона продиктуйте. Диктую свой номер. 066. 78. 066-78, верно? Диктую свой номер. 066. 78. Хорошо, как я могу обращаться к вам по имени? Екатерина. Адрес доставки. Доставку по адресу. Город Харьков, улица. Какой подъезд? Да, все верно. Подъезд. Номер. Первый подъезд. 11 этаж. Квартира. Второй этаж. Домофон работает? Там дверь. Код 27. Код 27. Хорошо. Пицца «Маэстро Розарио». Хорошо, я пожилой человек. Пицца «Маэстро Розарио», что еще? Хватит. Хорошо, сумма к оплате 169 гривен. Без сдачи будет у вас? У меня 300 гривен. Купюры по 100. Сумма 169. У вас 200, да? Алло. Доставьте мне пиццу «Маэстро Розарио», пожалуйста. Сумма к оплате 169 гривен. У вас 200? У меня 300 гривен. Купюры по 100. Хорошо. Приборы нужны? Вилочки? Хорошо. Ножи. Вилочки, ножи нужны? Не, не нужны. Пиццу порезать? Не надо. Хорошо, одну минутку. Уточним время ожидания по вашему адресу. Плохая связь. Повторите, пожалуйста. Спасибо за ожидание. Доставка по вашему адресу в течение 1,5 часа, 90 минут. Спасибо. Спасибо за заказ. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Пицца «Маэстро Розарио». Да не надо, все, спасибо большое. Два раза там будет. Всего большого. Спасибо. Да, спасибо, всего доброго. Хорошего дня. Вам также. Всего доброго. До свидания. До свидания. Mm-hmm.